Всем привет, ребята! Сегодня мы выдвигаемся в небольшое путешествие, а если быть точным, то на каньон Псахо. Мы поедем с Давидом, как всегда, потому что он нас нигде не бросает и всегда в нашей тусовке. Дорога не близкая, около 35 километров только в одну сторону ехать, то есть получается 70 килограмм. Килограмм. 70 километров туда-обратно получается. Ну, мы еще там покатаемся, короче, сотку километров сейчас накатаем. И пойдем менять движки. И пойдем менять движки. Чтобы вы понимали, ребята, каньон Псахо — это один из самых элитных мест в Сочи для отдыха. Там прикольная природа, там всегда много туристов, веселья, тусовки. Я там не был уже года 3-4, сейчас поедем, посмотрим, как там обстановка. Я уверен, вам понравится. Там, кстати, похожий каньон с тем, который я снимал в прошлых видосах. Кто еще не смотрел, посмотрите, полистайте чуть вниз. Ну все, ребята, выезжаем на заправку и погнали на Псахо. Пацаны Вову встретили. Чисто на районе катается пацан. Я канал как бы знаю, я смотрю просто. Вот это нормальная техника, пацаны. Да, покупайте. Мне когда было лет 13, не знаю, у меня был такой же мопед. Только синий. Ладно, пацаны, мы поехали на Псаху, давайте. Чё, говорю, чё? Спереди проезжает Самуил, за ним вылетает, получается, лошадь и бежит на меня. А, она за мной бежала? Да, за тобой, и получается, поперёк дороги, понял, так, наискось. И ты чуть не ударил. Я прям и прям в упор к тебе, не успеваю свернуть, ногой почти упираюсь в лошадь, почти, там осталось вот столько примерно, понял? Она еще на задних ногах стояла. Вот так, типа, понял, вот так как делать лошадь? Нифига вот себе. Так сделала, я вот так каким-то образом, я вот так, понял, этот момент поймал, когда вот так вот эта тряска началась. Да, воблин. Я резко успел себе нажать, так выровнять его и дальше поехать. Пипец, форшмаки вы лошади. Не делайте так больше. Это хорошая история, ребята, но вон там аэропорт, просто смотрите, какой вид. Там Адлер, вон аэропорт. Вон там где-то я живу. По кайфу. Ребята, у меня сдуло колесо. Пипец, плыву по дороге. А я думаю, что жопу несет? Сейчас, короче, потихоньку поедем. Если у кого-то будет открытый двор, заедем, там попросим насос. Надеюсь, нам дадут. Ну все, ребята, нам помогли добрые люди, и мы теперь едем дальше. Короче, ребята, нам сейчас нужно попасть на вот этот мост и поехать в сторону Красной Поляны наверх. Погнали, брат! Что тут? У тебя колесо тоже сдуто, тебе повело? Да. Колесо сдуто. Поехали потихоньку, если что, посмотрим. Давай, назад. Давай аккуратно, давай, поворачивай. Ну все, ребята, спустя час мы уже вот на грунтовочке, наконец-то. Начало Псахо, каньон, погнали. Давид, по кайфу? По кайфу. По кайфу. О, козы. Оп, что-то...
Мы уже близко. Давиду пофиг, он по полям катается. Аккуратно, дурак, тут яма. Вот он, каньон Псахо. Точнее, подъезд. В общем, мы припарковались. Давид, по кайфу? По кайфу. Все. Мы не хотим платить за вход бабки, так что мы идем вот таким вот путем. Просто сейчас обойдем и пойдем вам все покажем. Еп. Прикольно, да? Да. Вон там, вдалеке, я знаю, что глубоко. Пройдемся? А ну, как? Ну, здесь нужно будет промокнуть. Вот так, вот так. Ну что, прикольно? У нас просто промокод на бесплатное посещение этого места, так что не обессудьте, пацаны. Оп, 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 оп. Нормально, да, пацаны? Как вам видок, пацаны? Тебе как, Давид? Мой фирменный с кайфом. С кайф. Короче, мы переоделись и погнали купаться. Я как всегда, да. Вода теплая, ребята. На прошлом каньоне была очень холодная. Здесь реально теплая, здесь как на море. До дна не достаю. Здесь, конечно, не достаю. Давай поплыв. Мы как собаки плывем. Кстати, ребята, в этот видеоролик попадают вот эти вот комментарии. А если также хотите попадать в мои видосы, пишите любой комментарий, и в следующее видео попадет 3 рандомных комментария. Ну все, ребята, мы уже выезжаем обратно. Предстоит немаленькая дорога, так что не переключайтесь, сейчас будет интересно. Погнали. Люди в палатке живут, им вообще пофиг. Катались мы, конечно, ребята, жестко вообще. Колесо просто в хлам спустило. Невозможно дальше ехать. Короче, московский регион, ребята, вот остановились, помогли, накачали. Но суть в том, что там огромная дыра образовалась. И с бешеной скоростью сдует колесо. Я не знаю, что делать, где-то сейчас полиция приедет, нам задница будет возле дороги. Короче, сейчас как-то питбайк, наверное, перекинем и спрячемся здесь. И будем ждать помощи. Только не знаю, какую. Блин, даже питбайк перекинуть не вариант, тут так высоко, пипец. Короче, будем просто вот так стоять. Если что, скажем, ждем прицеп. Короче, ребята, позвонили Вове, который на Ирбис ТТР. Вот его раньше встретили в начале видео. Он сейчас поговорит с папой и, надеюсь, за нами приедут. Потому что мы тут реально застряли, как лохи. Поддержка едет, ё-моё. Здравствуйте еще раз. Короче, купили камеру. Мы приехали все на монтаж. Кататься на газели. Прикольно, да? Серфинг, братан. Сейчас в Реал Спорт заедем. Ну все, ребята, купили камеру за 350 рублей. Поменяли еще раз. Ну все, ребята, купили камеру за 350 рублей, поменяли еще за 150. Все на месте, погнали домой. Вообще делайте, да? Короче, ребята, я уже дома, слава богу, все обошлось. Хочу каждому сказать спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Напоминаю, что если вы напишите любой комментарий, то попадете в следующее видео. С вами был Самуил Пощан, всем пока.